Приветствую вас. Мне кажется, что ключевой момент и ключевая трудность в том, что вы ищете виновата. Да, на самом деле виноватых, как мне кажется, здесь нет и в принципе быть не может, потому что вы преследовали свои цели. Вот, а человек преследовал свои цели. Единственное, что делали вы, это зачем-то вот пытались, собственно, уговорить человека, да, то есть как бы действительно его принуждали, но это исключительно как бы дело ваше, и, на мой взгляд, тут как бы придираться-то, ну, особо не к чему. Молодой человек сам согласился. Вообще, дело здесь, как мне кажется, в уверенности в себе. Вот. Вот. И дело в уверенности, ну, в том, вот, уверены ли вы в себе и в том, что вы делаете, например, понимаете, какая штука, потому что если вы в себе не уверены, то вы, ну, вы будете чувствовать вину, вот, понимаете, какая штука. Вот. Это очень такой важный момент. Вот. На который я хотел бы обратить ваше внимание. Вот. Потому что, ну, это важно, если вы себе не уверены, вот, если вы себе сомневаетесь, вот, то здесь, конечно, есть сложность, вот. Поэтому слышать нужно стараться больше себя и то, что вам хочется, чтобы быть уверенным в том, что вы делаете, вне зависимости от того, как это оценивается, в том числе и молодым человеком. Вот. Такая вот история. Поэтому, кто виноват, это вопрос крайне риторический. Знаете, кто виноват и что делать, это вот прямо классика, классика жанра, как говорится. Вот, мне кажется, что вы никуда не придете, вот, задавая такой вопрос, мне кажется. Потому что всегда это можно спорить, и самое, что главное, да, это то, что, ну, есть виноваты в какой-то степени. То есть, ну, виноваты, если не быть, то он, ну, вот, понимаете, да? А эта позиция, мне кажется, в принципе,
деструктивная. Вот, поэтому я предлагаю вам больше операций смотреть именно на себя, именно на то, что вам важно, на то, что вам ценно, вот, и как бы выражать это как бы, ну, открыто, да, так, как вам хочется, как вы умеете и так далее. Вот. Другой вопрос личных границ, да. Вот. То есть, если для вас нормально, если для вас нормально уговаривать человека, вот, то вы за это несете ответственность. Вот. Вы несете ответственность за то, что берете как бы на себя его, ну, часть его жизни. Вот. Понимаете, какая штука. Вот. Поэтому это вам решать. Хотите вы, ну, личные границы другого человека нарушать? Потому что, на мой взгляд, когда вы уговариваете, на мой взгляд, вы нарушаете личные границы человека. Вот. Хотите вы этого? Это уже ваше, как бы, ответственность и ваша, ну, задача. Вот, на мой взгляд. Такой вот момент. Я надеюсь, что вам помог. Вот, надеюсь, что вам это было полезно. Вот, я хочу пожелать вам, хочу пожелать удачи, хочу пожелать вам всего самого доброго. Вот, надеюсь на ответ, на ваш отклик по моему ответу. Желаю вам всего самого доброго.